В чемпионате России 2014 года. Рады. Любит рэп, быстрые машины и очень любит выступать на публике. Дорогие друзья, встречайте чемпион России 2014 года Максим Кофту. Мы обязаны быть
условиям. Я считаю, что это был мой долг кататься достойно, потому что я был единственным представителем мужского одиночного катания из России. И сказать спасибо огромное. Очень хорошо вы нас понимаете, и для вас кататься одно удовольствие. Спасибо. Спасибо огромное. Если еще раз попросить, то она лично не будет.